Миф первый. Миома – это рак или может переродиться в него. Миома – доброкачественная опухоль, причем единственная в организме, которая может иметь обратное развитие. Зачастую после менопаузы она уменьшается в размерах, вплоть до исчезновения. Миф второй. Миома всегда сопровождается болями и кровотечением. Нет боли и кровотечения – нет миомы. Многое зависит от локализации опухоли, но иногда миома матки развивается бессимптомно, даже когда достигла значительной величины. Поэтому нередко ее находят во время профилактического осмотра. Миф третий. Профилактики миомы матки не существует. Это не совсем так. Если взять за правило регулярно посещать гинеколога и вовремя делать УЗИ органов малого таза, то обнаружить миому можно на ранней стадии, когда вылечить ее проще всего. Миф четвертый. Чтобы избавиться от миомы, ее надо вырезать. Раньше миому действительно лечили только оперативным способом, но сегодня операцию делают лишь в сложных случаях. Сегодня есть масса альтернативных методов – малоинвазивное вмешательство или специальные препараты, под влиянием которых миома уменьшается в размере и не растет минимум полгода. Исчезают и другие симптомы заболевания. Миф пятый. Никакого загара, сауны или бани при миоме. Научного подтверждения этому утверждению нет. Женщинам с миомой матки не противопоказан ни загар, ни сауна, ни массаж с баней. Главное – умеренность.